Да, друзья, я не думал, что я доберусь до этой игры когда-нибудь в своей жизни. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами я, Маклаксон, и добро пожаловать на новое видео на моем канале, дорогие друзья. И сегодня у нас игра Geometry Dash, или Geometry Dash, я не знаю, я буду называть ее Geometry Dash. Я думаю, что все знакомы с этой игрой. Возможно, кто-то знаком поверхностно, кто-то прекрасно, кто-то играл, кто-то, возможно, до сих пор играет. Ребята, моя краткая личная история такова. Я пару раз пробовал играть в эту игру на телефоне очень много лет назад, возможно, когда я был где-то в классе в пятом, что-то такое. Но у меня ничего не получилось, телефон лагал, игра мне как-то не особо понравилась, видимо, и я не стал играть. Но при этом я очень много роликов на ютубе смотрел, как в эту игру играют, смотрел даже прохождение левелов, и сижу и такой, типа, блин, а ведь залипательная хрень, сидишь, музончик приятно играет, там тык-тык-тык надо делать. И я подумал, а почему бы мне не попробовать поиграть в нее? Ребят, почему? Игра классная, яркая, залипательная. Поэтому, если вам она понравится, мне очень важно знать, стоит ли мне снимать продолжение. Поэтому дайте знать лайком и комментарием, если мне стоит снять еще серию по этой игре. Хорошо? Договорились, друзья. Всем добро пожаловать, всем приятного просмотра и, возможно, кому-то приятного аппетита. А мы будем начинать. Я впервые зашел в эту игру, чтобы вы понимали. Я не понимаю даже, что здесь делать. Единственное, я пошарился. Я так понял, русского языка тут нету. Да и нахрен он сдался, да, как говорится. Так, это какие-то кастомные эти наши штучки, судя по всему. Но, наверное, мне это не надо. Так, сохранение, очки, версус, еще такие. Ребят, очень-очень много всего. Я вообще пока не шарю, честно. Давайте просто нажмем на кнопку в центре. Вот, уровень первый, Stereo Madness. Здесь уровней много, я так понимаю, да? И каждый из них все сложнее и сложнее. И не так давно игра обновилась, насколько я понял. И вышло что-то типа Geometry Dash 2.0. Еще режим какой-то, вот The Tower, башня. Поэтому, ребят, это мы, конечно, все когда-нибудь посмотрим. Давайте сегодня просто на лайте, ребят, попробуем. Тестовая серия, тестовый уровень, Stereo Madness, смайлик счастливый. Я думаю, я тоже должен быть такой же счастливый, когда буду проходить. Так, я не знаю, на что кликать, честно говоря. Поэтому давайте попробуем. Поехали. Пробел работает? Ой, да, он работает, только что-то я... Воу, слушайте, так непривычно на компьютере в нее играть. Я просто... Такое ощущение, как будто она у меня воспринимается только на телефоне. А здесь такой экран огромный. Если что, ребят, не удивляйтесь, что я, возможно, уже прошел больше, чем некоторые люди, которые играли в нее когда-то впервые. Потому что я говорю, что я смотрел прохождение этой игры у других. Но я вот вам, ребят, бля, буду, я не играл в нее сам. Я думаю, сейчас это будет видно в каких-то моментах. Ой, а вот на самолетике сложно пробелом работать. Подожди. О, мышка работает. Блин, я не знаю, на что мне лучше. Ой-ой-ой. На мышку или на эту? Знаете, я как-то... Бля, там монетка была. Я не знаю, на что мне лучше, на мышку играть или на клавиатуре. Так, тихо. Вспоминаем. Точнее, как вспоминаем, я это... Ой. Сука! Как будто скримак. Блин, а тройную это сложно перепрыгнуть. Давайте, друзья, танцуем все дружно вместе. Поехали. Не, ну, конечно, еще не поехали. Музычка такая себе, типа, да. Спокойно, достаточно. Слушайте, я хочу попробовать монетку собрать. Надо не забыть, что там надо упасть вниз. Бля, я хочу еще танцевать параллельно, но я понимаю, что... Ну ладно. О! Ой, зажимать можно. Ребят. Я понимаю, что сейчас эти первые уровни, наверное, еще такие, ну, достаточно простенькие. Возможно, Stereo Madness я сегодня даже про... Блядь, забыл вниз прыгнуть. Я сегодня этот уровень хочу пройти в идеале. Я думаю, что у меня это должно получиться. Ребят, главное сейчас перепрыгнуть вот эту тройную хрень. Есть. Так, рекорд! Так, тихо-тихо, вниз, в два. Блин, мне очень... Я когда смотрю на нее, на эту игру, у меня начинает зрение плыть. Я прям начинаю... Сука. Я прям начинаю куда-то, ребят, действительно плыть. Знаете, как будто... Играть в нее на большом мониторе, это, конечно, такое себе дело.
Ну ладно, давайте, блин, ну я должен. На чем я зафакапил? Я что-то даже особо сам не понял, не разглядел. Охота, знаете, ребят, в этой игре вот так прям подальше отодвинуться, откинуться. Давайте сейчас, пока у нас кораблик, у нас есть шанс немного отодвинуться. Так, ребят, вот я сел немножко подальше от монитора. Сейчас мышку еще к себе, вот так, все, вообще, я куда-то, ребята, укатился от вас, но ничего, я надеюсь, вы меня видите, еще не потеряли, привет, я здесь. Вот. Да, блин, опять я забыл вниз прыгнуть к этой монетке чертовой, ладно, не суть, важно. Так, тихо, давай, концентрация, вот этот красный экран, я от него вообще плыву по-дикому, ребят. А знаете, еще разговаривать одновременно с тем, когда ты прыгаешь, это, конечно, еще более хардкорно. Так, тихо. Бля, начинаю плыть. О! Это было близко. Ну почему? Бля, друзья. 87%. Блин, давай, Максон, ты должен это пройти. Максон, клаксон, бля. Музыка, давай, музыка твоё. Наверное, нет. Поехали. Давай. Делай, бля, брат. Делай это дело. Хочу пройти, блин. Ребят, когда красный экран начинается, я прям реально плыву. Ребят, I'm sorry, я что-то немножко пережал, по-моему, эту кнопку. Я просто ее зажимаю на этом... вертолетики, самолетики, и что-то я, видать, переборщил немножко с кнопкой, с тем, насколько ее нажимать. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Ай, дурак, это что? Так, все, тихо, ребят, я начал теряться. Это уже нехорошо. Такими темпами мне не светит пройти, мне надо быть осторожным вообще-то. Потому что место, до куда я вот сейчас дошел, да, когда я... Так, стоп. Сейчас. О, зарядка для глаз, ребята. О! Начинаю плыть, реально. Ай, блин, Stereo Madness, твою мать. Пройдись ты, а. Ну что это такое? Покороче надо был уровень делать. Что это такое, а? Для новичка слишком сложно, ребят. Даже я вот вроде неплохо, да, начал, но что-то все равно как-то факаплю. Блин, ну я же должен пройти самый лоховский-то уровень. Вы что, угораете? Что тут нельзя подпрыгивать просто об потолок головой? Вы серьезно? С каких пор? О, я могу играть, смотря на второй монитор? Слушайте, вообще могу. Там картинка поменьше, мне там глаза не так, ребят. Но там, блин, у меня Моник 144 Гц, а тот второй 60, и там все такое дерганое кажется. Не. Сука, зачем? Зачем я это сделал? Ладно, друзья. Давайте. Я должен это сделать. Так, все, тихо. Фух, я прям это, сел в боевую позицию. Я должен это сделать. Так. Сейчас даже ценой того, что если я поплыву, я обязан это сделать. Прямо сейчас. Давай. Ху, поехали. Е-е-е. Давай. Максон, делай. Сейчас. Сейчас, ребят, тут красный экран вообще, блин, такая херня, а. Такой неудобный. Так, тихо, это еще фиолетовый. Вот прям фиолетовый, знаете, прям приятно. Приятно идет. Очень приятно идет. Так. Так. Давай, Максон, я тебя прошу. Ай, да что такое? Ребята, ведь в первый раз я как-то так на лайте прям дошел до этих 87%. Я потому что не волновался, потому что я думал, что я первый раз прям вообще лох буду, а что-то как-то давай прыг-скок. И пошло-поехало, слушайте. А вот сейчас я уже понимаю, что я не могу добраться, и меня это прям... смущает. Ладно, друзья,
Давайте. Сейчас я постараюсь как-нибудь добраться все-таки уже до конца. Последняя попытка при вас. Если не получается, то я ускорять буду. Буду молча потихоньку проходить, пока не дойду до момента, где я пока что рекорд поставил 87% свои. И буду пытаться там проходить. Так. Бля, опять я вниз не упал. Ладно, хер с ней с этой монеткой. Я хочу раунд пройти хотя бы первый. Впервые в жизни пройти раунд в Geometry Dash, ребят. Я еще такого не делал никогда. Так. Видите, тут еще сильно рано, тоже прыгать опасно, потому что если дальше шипы... А-а-а! Собака, будильник тупой. Так, попытка номер 16. Друзья, да. Так, тихо, тихо, тихо. Не знаю, почему не прыгнул. Должен был прыгнуть. Давай, братан. Не разочаровывай. Все, давайте. Вот сейчас, правда, последняя попытка при вас. И все. После этого я начинаю ускорять. Ребята, прожмите лайк, если вы этого еще не сделали. Возможно, я сейчас почувствую вот эту вашу поддержку на расстоянии, понимаете? И жестко сейчас затащу, да-да-да. Вы знаете, самолетик это самый лайт. Это прям реально самый-самый лайт, который может быть только. Ладно. Кстати, друзья, возможно, мне стоит перенести вебку в левую часть экрана для вас, потому что... Лучше уж смотреть, наверное, вам видеть, что впереди у меня вылезает. А то, что уже прошло, типа хер с ним, оно все равно исчезает в конце. Поэтому тоже, если что, дайте знать мне об этом. Возможно, перенести вебку в этой игре мне стоит налево. Ну, если будут еще серии, если вы поддержите. И вам будет так удобнее смотреть. Все, давайте, ребят. Все, я пока молчу, хорошо? Так, давай. Максон, пожалуйста. Я хочу пройти этот уровень, пожалуйста. Вот халява максимальная, просто прямо летим. О, есть! Ой, блин, наушник вылетел. Stereo Madness Unlocked New Icon. Ребята, поздравьте меня, это мой первый в жизни уровень в Geometry Dash, который я прошел. Так, все, тихо. Не надо заново. О, меню. Так, не знаю, что это за шарики. Да, всего на одну звезду, но... Ребят, что поделать? Есть еще Practice мод. Это я знаю, что это. Это, грубо говоря, проверить уровень. Целиком пробежать с чекпоинтами. Но неинтересно. Меня волнует только прохождение. Ребята. Не знаю, пройду ли я еще сегодня один уровень. Наверное, это я оставлю на следующую серию, ребят. Второй уровень. Поскольку я не знаю еще, как вы примете эту игру, если вам понравится, я буду очень этому, конечно, рад. Мне прям зашло. Очень классно попрыгать. Очень расслабляет в каком-то плане. Но я думаю, когда у меня начнет гореть жопа, это уже не будет меня расслаблять. Давайте просто посмотрим. Давайте просто посмотрим, о чем уровень. Ага. Так, я проверял, может ли эта штука сама прыгать. Хорошо. Так. Музыка приятная. Опа, опа, точно, точно, чтобы она не подбросила меня на шипы. Вау, такая позитивная музычка, ребят. Блять. Ладно, так, все, тихо, мы не выполняем этот уровень. Я понял. Прикольный уровень. Я обязан его пройти. А знаете, что мне интересно, ребят? Давайте глянем что-нибудь самое сложное сразу. Мне просто хочется на это посмотреть. Ой-ой-ой-ой, нет-нет, ой-ой, нет-нет-нет, подожди. Нет, я не хотел, я случайно. Уровень Dash, очень злой смайлик. А-а-а, все, я видел этот видос, ой, видос по этому уровню у кого-то. О май гад! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Чё творю? Ту-ту-ту-ту-ту. Бля, я понял, подождите, я помню примерно, как это выглядит.
Блять, этот динозаврик, он такой быстрый. Ту-ту-ту. Блин, не успел. Так, подождите, ребята. Ту-ту-ту-ту. Да блин, динозавр. Или кто это? Охренеть! Не, ребят, такое мне проходить еще точно рано. Здесь нужна... Да блин, тихо, выходи. Мне нужна... Здесь нужна очень хорошая концентрация. Ребята, пока что... на очереди у меня прохождение второго уровня. Поэтому на этом мы пробную серичку по Geometry Dash заканчиваем, ребята. Если вам понравилось, я очень жду вашего ответа, фидбэка в комментариях. И обязательно ставьте лайк. Это главный показатель, понимаете? Много лайков, значит, серии по Geometry Dash быть. И причем очень скоро. А на этом все, мы заканчиваем. Всем огромное спасибо, друзья, за просмотр. Всем большой удачи, хорошего настроения. С вами был я, Маклаксон. И увидимся с вами, ребята, в новых видео. Всем пока!